Канал Руненштайн Айнс представляет ДК, не ДК, а ТК. Это деревня Обер Дишинген. Есть у меня один знакомый блогер, живет под Ангарском в Сибири. Так он рассказывал, как он около своего ДК в Ангарске приезжал на акцию протеста голубей кормить. Вот и я приехал. Смотрю, нет никого. Запустил дрон. Думаю, пускай он за место голубей полетает. Поднимается он наверх, а над крышей этого клуба выплывают вот такие вот две купольные антенны. Одна из них маленькая, интегрированная в более крупную, а за этой крупной антенной сзади находится красивейшая рупорная антенна и сохранилась она просто в идеальном состоянии. Деревенским-то клуб не нужен был совсем. Вот и решили они его переделать в церковь. Сделали пристройку, башню, на нее антенну водрузили с крестом и начали радоваться. Я сначала подумал, что мне вроде как показалось, или может быть у квадрокоптера матрица глючит. Но думаю спущусь чуть пониже и поднимусь еще разочек, посмотрю что там сверху творится. Опустился я вниз, ну и решил повторить попытку, джойстиком направляя технику наверх, поднимается. Ну, вход как в ДК, вывеска отсутствует. Поднимаясь выше, ну, крыша стандартная, треугольная, хлоп за ней. Купольная антенна двойная, за ней еще рупорная. В эту рупорную часы вмонтировали. Маяк меж ними, да, крест сверху. Вот тена. Получается, что это не ДК совсем, а ТК, то есть не дом культуры, а технический комплекс. А деревенские местные явно тут ничего не переделывали. Может быть наоборот, эти башни сносились, а оставлялись только центральные корпуса. Подлетел я на квадрокоптере поближе, чтобы разглядеть все остальные детали. Что просматривается, что нет. Снизу оно все не увидишь, а сверху гораздо лучше видать. Поднял я его, но оказалось, что вот это место, откуда я сейчас смотрю, находится на высоте аж 42 метра. Наверху-то рупорной антенны стоит здоровенная антенна крест. Ну, явно там отсутствует и человечек распятый. То ли не хватило им на этот крест, то ли решили оставить так, как есть. Но крест стоит. Решил я посмотреть, что вокруг творится. Дома, поля, леса. Ну, ничего особенного. Обычная типичная Германия. Вот здание Горсовет, да парковка рядом с ним. Вот их самая старейшая улица. Все крыши в солнечных батареях. Выйду я на улицу, гляну на село, девки гуляют и мне весело. Но только вот крест тут к чему. Очередная церковь. С ретранслятор коротких волн. И стоят такие технические комплексы по всем городам и весям необъятные нашей планеты. Где-то их разнесли, доснесли, да снесли, а тут вот остался. Кураторы Ватиканского проекта приглядывают за этим зданием. Первоначальное значение объекта утрачено, поэтому его превратили в обычное культовое здание. Когда я проводил съемку внутри помещения, там никого не было. Мне абсолютно никто не мешал, и я мог делать то, что мне было необходимо. Ни папа, ни прихожан в помещении не было, поэтому я сделал пару экспериментов, но об этом будет все в следующем фильме. Я сделаю в ближайшее время еще один ролик, в котором я дам все отснятые материалы в этом помещении, вокруг него можете просматривать и делать свои выводы. Я приземляю квадрокоптер, мы садимся, посмотрим еще раз детали крыши, купольная антенна, рупорная антенна, вход в форме треугольника, колонны по бокам, 4 штуки. Вы все тоже видели подобные здания с самого раннего детства. Такие технические комплексы стоят во всех городах бывшего Советского Союза. Над ними, правда, была частично проведена реновация. Как вы заметили, в этом техническом комплексе осталась башня с рупорной антенной. Вот так это выглядит в 3D. Ну, а теперь посмотрим другие экземпляры, сохранившиеся в России, но которые были подвергнуты частичной реновации. Это дом культуры в городе Советский Тульская область. Башня с купольной антенной отсутствует. Остальные детали остались практически без изменений. Дом культуры расположен в поселке Новая Огоревка Щекинский район Тульской области. Город Липки, Киреевский район, Тульской области. Город Щекино, Тульская область, Дом культуры. Город Кирейск, Центральная площадь, Дом культуры, Тульская область. Город Богородицк, Тульская область. Здание церкви. Ну а теперь выводы сегодняшнего ролика. Любое здание можно модернизировать в любой момент под необходимые нужды. К нему можно что-то пристроить или снести какую-то имеющуюся уже часть здания. Форму крыши и кровлю можно тоже поменять. В следующий раз, когда вы пойдете в дом культуры или в церковь, не забывайте, что это технический комплекс, то есть техническое сооружение которая имела абсолютно другое предназначение. Благодарю вас за внимание. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра.